Привет всем, ребята. Меня зовут Кирилл. Мы проходим Need for Speed The Run. Это уже локация называется Скалистые горы. Ну, то бишь, снег будет, будет скользко, трассы будут сложнее. И заснеженные области, сами знаете, там управление может быть совсем не очень. Так, с горлом у меня небольшие проблемы, так что вы уже обращайте внимание. Ага, да, спасибо. Мы попытаемся. Время этапа. 10 соперников. Ну что ж, посмотрим. Как видите, сегодня я с веб-камерой, да? Починил ее. Но она-то не была сломана, просто некорректно работала. Раньше на семерке. На десятке как-то стало лучше. Вот. Такие пирожки. И мы уже двоих, тем не менее, обогнали. Даже больше получилось, пока я разговариваю с вами, ребята. Так, посмотрим, что за сопернички окажутся на этот раз. Ой-ой-ой-ой, так вот не надо вот этих вот столкновений жестких. Так, микрофон работает, это я проверю, чтобы... Мало ли, сейчас говорю впустую. Тем не менее, такие противники уже серьезные у нас. Так, орёт, подождите-ка. Ой. Не отвлекаемся от дороги, кстати. Это МФС как-никак. Так, обходим этих парней. Впереди машина. Так, что-то они оторвались очень далеко, ушли от нас. Надо их как-то догнать, что ли. Капец, очень далеко оторвались, на самом деле. Нельзя позволить им выиграть. Хотя еще до финиша 5 километров. Нормас. Мы сможем. Парни сами растерялись, как вы поняли. Печатались в автобус в этот бедный. Так, один впереди. Так, я сейчас тоже мог бы растеряться, но все еще в строю. Так, прям на хвосте сидит и дышит. Вот мразота, да? О, проскочил я так внезапно, хорошо. Повезло мне. Давай, 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 притопим. 2 километра осталось. Мне нравится музыка здесь, она такая хорошая. Подгонки подходит. Такая напрягающая музыка. Напряженка. Так, что-то за пиксели были только что. Ух ты, какой смелый-то у нас оказался. Но у тебя ничего не выйдет, парень. Иди домой. Это гонка моя. И уже 99-е место. Чикаго все по-прежнему. 50-м надо быть. Не знаю, как долго еще до Чикаго пилить. Посмотрим. Превосходно. Еще 5 повторов. Продолжим. Дальше рассказ. Следующая гонка. Гленвуд Спрингс. Стриптиз хотел прочитать. Заповедник Гранд Месса. Повторов 10 уже использовал. Вы их не видели, я их вырезал. Хотя нет. Большую часть показывал все-таки. Ну дабы, чтобы и вас не напрягать. Чтобы все как бы шло нормально, плавно относительно. Ой-ой-ой. А эти какие-то такие быстрые. Но у нас тут еще и копы объявились. Вообще просто... Прекрасно, я бы сказал.
Ладно, сволочи. А, и это... Настройки, короче, помните, раньше пришлось сбавить настройку, потому что игра некорректно работала, вылеты были. Нету вылетов больше, все. Настройки опять ставят по дефолту, на максимум. Не знаю, как это работало на семерке. Первого поймешь. Но десятка действительно дает какой-то прирост производительности. Оно заметно. По крайней мере, с новыми играми проблем нету. Все хорошо. Так что, кто еще без десятки, можете перейти на нее, если хотите. Тем более, там эксклюзивы эти, Quantum Break, Герса переиздания. Вот Герсу, насчет Герсы я подумаю. Может, ее куплю. А Quantum Break ломанули, но... К Quantum Break мы придем на попозже. Сейчас пока. Сейчас я не хочу. Сейчас и так много прохождений на канале. Если я начну еще что-нибудь снимать, то я просто не буду справляться и успевать. Тем более у нас там холод, помните? Холод одну серию запилил. После Liars of Fear начал. Но Liars of Fear мы прошли. К холоду мы вернемся. К холоду мы вернемся. И меньше надо пиздеть. Простите меня. Прошу перекрыть дорогу. А там и Quantum Break посмотрим. Quantum Break по-любому ожидайте на канале, но еще не скоро. Может, в течение месяца. Ох! В этот раз мне повезло. Так, восьмая позиция. Пошел, пошел нахрен отсюда. Заносят-то как. Давно лишь ты, просто ты не умеешь ездить. Вали. Третьей степени. Так, а у нас там могут быть. Ага. О! Вот это было круто. На самом деле. Здоровья у меня нету. Что-то как-то экран серый такой стал. А я еще живой. Еще меня рано списывать со счетов. Нет, 2 километра, надо догонять этого мудака. А, он сам, кстати, замедлился. Тем лучше и для нас. Но сейчас он не будет отставать от нас. Будет нам постоянно мешать. Конечно. Как же иначе-то. Давай, 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 приклопим. Вот это ты подло делаешь, парень. Я все-таки выиграл. Хорошо. Уже вторая гонка, и она успешная оказалась. Мне это нравится. Сколько вообще их здесь будет? 89. Так, тут тоже было 10 соперников. Я просто не обращал внимания. Нам дали 11 уровень. Еще повторов дали. И получили маш... А, нет. Водителя 11 уровня. Ну хорошо, мне это вполне себе устраивает. Продолжить состязание. Цезарь де Леон. Когда Цезарь рос на улицах Лос-Анджелеса, он всегда поступал правильно. Но с тех пор, как он встретил прекрасную женщину и в первый раз стал отцом, в его жизни много изменилось. Вместе с двумя братьями он участвует в гонке и надеется, что это поможет ее себе дожить достойно. Я хер его знаю. О! Вертолеты. А тут уже какие-то мустанги ездят. Блин, вот эти вот пиксели, что это за херня была? Ну ладно.
не будем обращать внимания. Они, по крайней мере, не на весь экран. Главное, что игра нормально работает. И все. И тем более они ненавязчивые такие. Появляются редко. Так, тут соперников трое, кстати, как вы видите. А что нам надо делать, я не понял. Ну, с тремя соперниками сразиться. А чё так мало? Да тебе и этих хватит, чё ты так расслабился-то. Ну-ка. Иди сюда. Хорошо так держится, но мы у него крепко сидим на хвосте, мы настолько. Сейчас немного оторвались. Еще вот этот мудак лезет. Что ты лезешь сюда? Наглые ублюдки. Хотел меня подрезать. Бег. Мне нравится трасса. Они такие большие. Тут, конечно, не получится там куда-то свалить. Ну, копов у нас тут нету. Чисто на скорости. Авария там была, видели? Бывает такое. Так, парень, пошел нафиг. Ну ты посмотри, какой наглый. Ну, здесь пиксели чаще начали появляться, но... Ладно, что там? Закроем глаза. Давай, до финиша всего лишь немножко осталось. Главное в самом конце не слить. Я же могу, я такой. Но не тут-то было. Сегодня нам действительно везет. 86-й в списке. Неплохо. Четвертая гонка. Называется Aspen Independence Pass. Успеете вовремя. Ну, конечно. 6 точек надо преодолеть. За кратчайшие сроки. Ну ладно. У нас тут машина довольно хорошо себя ведет. Так что мы должны справиться с этим. Ой. Нормально. Справляемся пока что. Главное, чтобы было меньше этих всяких машин, которые нам будут мешать. Давай. Ну, мы пока успеваем, укладываемся. Это самое главное. Ой-ой-ой, что это было? Вы видели? Машина хотела специально в занос уйти. Не надо так. Не нужно. А, вон я вижу. Финиш. Ой, как же заносит ее. Три преодолено. Полпути. Ну, пока мы хорошо справляемся. Это самое главное.
все остальное не имеет глубокого значения. Давай, давай, не надо вот это вот вилять. Ну тут скользко, чувствуется. Лед. Нормально, как я бы сказал. Не сложно, легко. Притопим. Последняя точка. Прямая сплошная, в принципе. Можно вот притопить. Хорошо. Мне нравится сегодняшний подход. 4 гонки за один присест. Без напряга причем. Это хорошо. Вот это я люблю. Превосходно, говорят они. Давайте уже мне 12 уровень. Скорее. А, давайте, давайте, давайте. Ну что, 5-я гонка. Summit Independence Pass. Колорадо. В чем будет прикол? Кажется, я знаю, что это за гонка. Она будет эпичная, кстати. Реально. Да-да-да. Точно. Краем таким глаза помню, что такое было. Что, похолодало, да? А это, наверное, наш тут товарищ был. Спуститесь по горной дороге. Один соперник. Ну, это 100% он. Он как-то не сильно оторвался, будем сказать. Но тут есть в чем-то подвох. Целых 11 километров. Что же они нам приготовят? Ох, залп, бум, лавина, ну конечно. Не хотят нас оставлять в гонке, хотят убрать как можно скорее. Но это, конечно, эпично, реально. Очень круто. Давай, давай. Так, его нету сзади, хорошо. О! Вот тут надо быть действительно внимательным. Тут там много глыб разбросано. И снежных, и каменных. Ну, пока нормально, хорошо идем. Устраивает. Но чем ближе мы к финишу, тем жестче становятся препятствия. Это, помните, была такая гоночка с Split Second? Вот там тоже были такие моменты, когда надо было, в общем, приехать типа первым за определенное время, и вообще все рушилось. Разваливалось, взрывалось, это было вообще просто эпично, блин. Конечно, это было эпично, вот так вот нахрен разбиться, прям здесь на повороте. Да епа, нормально, давай. Ой, что-то света нет.
Давай, финиш близко. Давай, 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 а вон и он. Ублюдок. Не отстает. Так, давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бля, что ж ты будешь делать-то, твою мать? И он по-прежнему сзади. Обманули систему. Читы. Читы активированы. Так, давай, давай, давай. Ой, какая жесть. Ой, какая жесть. Ой, нахер. Вот это было жестко. Ой. Ой, блин. Ой. Это да. Тут мы должны проскочить. Фу. Мы это сделали. Это было круто, реально. В самом конце такая волновина. Сверху. Avalanche. Ну что ж, это, походу, была пятая крутая гонка по счету. Да, она была действительно крутая. И это конец этапа, друзья мои. Ну что ж, поздравьте меня. Скалистые горы завершены. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Мы увидимся в следующем этапе, в шестом. Что же нам уготовит, я не знаю. Так что давайте.